Ребята снимают пломбы, открывают контейнер. И мы сможем с вами лицезреть, собственно, машины, которые находятся внутри. Давайте посмотрим. Машинку отцепляют контейнером. Сейчас используются маленькие вилла для того, чтобы снять прикрепляющий каркас аккуратно. Вот вы можете сейчас лицезреть, как берут вилла длинные, для того, чтобы можно было машину достать и не повредить ее днище. Видите, вилла плавно подводится под машину. Благодаря этому машина не повреждается, днище остается ровным. Как видите, взята машина под рычаги, ни в коем случае не берется за днище для того, чтобы его не повредить. И благодаря этому машина выходит в целости и сохранности. Сейчас буду ставить следующий автомобиль. Автомобиль максимальной сохранности, без каких-либо повреждений. Сейчас ребята будут снимать стропы со второго автомобиля. Отбиваю дерево. Достает еще один автомобиль. Как видим, он без колес. Колеса снимают для удобства транспортировки автомобиля в контейнере. Сняли из контейнера пломбы, демонтировали крепежи и сейчас начинают выгрузку. Первым у нас выгружается Ford Escape в комплектации SE беленького цвета. Подручник будет отъезжать и брать машину со стороны, для того, чтобы аккуратно достать его без повреждений и перенести на досмотр. Используются стропы для того, чтобы его максимально закрепить. Происходит фото и видеофиксация процесса выгрузки автомобиля для того, чтобы владелец видел, в каким автомобиль пришел. Как видите, аккуратно ложит вилла под рычаги. На данном экземпляре, как видим, подрамник был целый, автомобиль довольно-таки в целом состоянии, с 3,5 объемом. Основной удар пришел в переднюю часть автомобиля. Он находился на четырех колесах, так как находился в нижнем ряду. Они работают с максимальной осторожностью, аккуратностью. Можете взглянуть, как их перевозят. Никаких повреждений нет на автомобиле. Максимально все тщательно и максимально осторожно. Ребята выгружают еще одну машину, снимают крепежи, проверяют, правильно ли поставлены вилы для того, чтобы не нанести повреждения, и машину потихоньку вывозят. Автомобиль не падает, он находится на стропах, максимально бережно поставлено.